Вообще, когда у тебя своя мастерская, то очень тяжело оторваться от работы. Это, в этом я уже как прожил некоторое время, и уже без него как-то смысла нету. Это уже образ жизни. Без этого мы уже не можем. Мы просто живем и работаем все рядом. Поэтому 24 часа в работе. Дедушка. Дедушка. Бабушка. Я с бабушкой, да. Внуки Николая и Людмилы Каштановых умеют сами отливать фигурки из фарфора и после обжига расписывать. Естественно, всему этому их научили бабушка и дедушка. Ну, у нас семейная мастерская, и ребята вот учатся, помогают. Это они сейчас делают скульптурки для мастер-классов, чтобы потом наши гости, да, могли их расписывать. А сколько изделий находилось вот в этой форме? Сколько изделий? Через сколько нужно доставать изделия? Через 40 минут. Через 40 минут. 40 То есть минут, это буквально час. Сегодня они заливали? Да, они сегодня залили. Сейчас они опять соберут форму, почистят ее. Чисто все, Олег, да? Да. Вот, почистят формочку, соберут и зальют, чтобы была еще одна скульптурка. Если приходят на мастер-класс, все хотят сразу получить готовые изделия. Но фарфор же он такой долговременный материал, с ним очень долго. Поэтому, чтобы показать и заинтересовать, чтобы человек ждал готовую вещь. То есть это несколько этапов? Это несколько этапов, да. Поэтому для молодых, для детей это тоже интересно. Он тоже переживает, ждет, когда это пройдет время, какая вещь получится. 70-е и 80-е годы прошлого столетия явились новым переломным этапом в жизни гжельского промысла. На растущее и постоянно переоснащаемое производство объединения «Гжель» стало приезжать большое количество молодых специалистов. Николай поступил на предприятие модельщиком. Ну, обычно модельщик занимается, художник лепит, естественно, пластилиновую фигурку, что-то изготовляет из гипса. А модельщик снимает формы, делает модели. В общем, все это производство, начало производства. Самоответственно и сложно. Вначале было трудно, конечно, потому что я пришел, не умея ничего. Я был мелиораторщик. Мы полстраны высушили, а к фарфорам я ничего, никакого отношения не имел. Потихоньку я начал. И после испытательного срока меня взяли на работу. Олег обращает наше внимание на тонкости в работе. Говорит, что если не выдержать технологию, изделие при обжиге может лопнуть. Вот сейчас Олег уже форму собрал и залил. Да. Сейчас сколько времени должно пройти, Олег? Чтобы скульптурка была тоненькая, легкая, вот где-то минуту набирается шликер. Шликер, он по стеночкам, чтобы фигура была не толстая, чтобы была не тяжелая, надо подождать минуту, пока наберется шликер, да? Угу. А что такое шликер? Многие не знают. Это масса фарфоровая. Правильно. Жидкая фарфоровая масса. Олег, что бывает, когда не получилось? Ну, конечно, то, что не получилось, этот брак мы кидаем в тот контейнер. Ну, у меня такое уже один раз было, когда большую кошечку, угу. Осторожно. Я когда заливал, то не до конца все стеклось. Стекло. Да, и и фигура была очень толстая. Можно так сказать. И еще оттуда стекла, и если была выпечка, она просто взорвалась, или была очень тяжелая. Я с гордостью могу сказать, что вот эту шликер-мешалку делал у нас Николай Николаевич. Вот такая замечательная машина, да, которая готовит нам шликер, тоже сделана руками Николая Николаевича. Ну, первый учитель у меня был, это Бедак. Володя. А вот он меня, я сначала учился у него.
А потом уже гипсомодельным я, естественно, учился на производстве у там, многих, которые все работали вместе со мной. Глядя, как они делают, и я старался улучшить мастерство свое. Супруга помогала. Мы с ней советовались. Она, ну, как сказать, вырастила меня из механизатора в художники. Это так вот потихоньку. А вы помните свое первое самостоятельное изделие? Как, да, как художника? Помним, конечно. Первая была сырная доска. Наша совместно с Людмилой Юрьевной. Мы сделали доску. И тогда еще в то время были творческие дни. Давался один день в неделю для того, чтобы художники ходили в музей, смотрели вещи и работали. Для производства делали новые виды. И вот мы как сделали две вещи, нас перевели тоже в стадию этих художников, мастеров, и мы стали свободны один день, неделю мы занимались именно творческой работой. Стараюсь, да, убрать шов, стараюсь его спрятать. Вообще сейчас формы, когда долго работает, они подснашиваются, швы становятся толстые. Вот и он просматривается. Мне надо его более убрать, ну, чтобы он не свечивался. Не был, да, заметен, да, да. Да? Не был замечен, тем более. И я говорю уже, сейчас вот там просто есть мастера очень хорошие, вещи делают хорошие, и мастерство, вот я бы учился у них. А есть, конечно. И вот это приходится убирать швы. А сейчас вы над какими заказами вы работаете? Мы вот только закончили заказ метрополитена 85-летия, да, вот. Покажите? Покажем, да. Это вот первый вагон метро 37-го года. Первый вагон. Мы так изучали, да, фотографии, изучали чертежи этих вагонов, где у них двери, какие у них окошки. И сколько вы работали над эти колеса? Ну, проблема в том, что всегда вот эти большие заказы, там всегда ограниченные сроки. Начальник, поэтому, да, как бы был срок небольшой, надо было сделать за 3 месяца, по-моему, какой-то определенный. И вот это самое фарфор, где технологическое должно столкнуться, фарфор не любит ровные. Да, а здесь вот большие ровные вот эти вот грани. Мастерская Каштановых как музей. Здесь не только работа Николая и Людмилы, но и их многочисленных друзей, мастеров Гжели. Удивительное рядом. Черепки старой расписанной посуды Николая и Людмила находят у себя в огороде, многое приносят соседи. А недавно случилась еще одна уникальная находка. В Новокаритоново копали котлован для фундамента нового дома. И когда вы углубляется на глубину 1,72 метра, там уже получается известковый слой. Вот. Чем обусловлено, что в Гжели очень много глин? Тем, что здесь когда-то было море, было мелководье, были лиманы, приливы, отливы. Вот. И намывались разные-разные породы. Вот. И мы с детьми, вот можете взять, да, посмотреть. И мы с детьми ходили. Да, посмотрите, это вот большая ракушка, а это же все вот маленькие. Видите, здесь маленькие организмы, значит, здесь было мелко, было тепло, где они могли жить. Каждый художник-керамист, он, у него свой почерк. Ну да. Как у вас рождаются эти образы? Ну, я даже не могу сказать, как они у меня рождаются, но что-то интересное увидел, когда ходишь в музей, смотришь вещи, интересно, думаешь, сможешь ли ты такое сделать. Иногда отталкиваюсь от этого. И вот. А так в основном совместно с Людмилой Юрьевной решаем, интересная вещь или неинтересна. У вас еще очень много вот фигурок именно животных. Это как-то связано с любовью, что ли, к животному миру? Почему? Вот кошечки, собачки, там вот еще лягушечки какие-то. Если бы вы знали, сколько животных у нас дома. Да, у нас недавно представился богомол, но остались
тараканы, которых богомол есть. У нас улитки, черепаха, мадины, попугаи. Сейчас еще и кролик, курушки, кошка, собака. Николай и Людмила Каштановы – участники и лауреаты региональных и всероссийских конкурсов. Они признанные творческие личности. Считают себя простыми ремесленниками, радеющими за сохранение знаменитого гжельского промысла и передают навыки ученикам. Всегда я считал, что надо стараться делать красиво и хорошо. И сейчас мы немножко как бы стали делать вещи солями, расписывать. Ну, вернулись, традиционно было такие солями. Сейчас вернулись к этому. И все равно мы стараемся расписывать каждую вещь. Конечно, получается, каждая печка выходит, обжиг разный. Ну вот, все равно добиваться надо еще лучше. Раствор, значит, солей металлов, например, голубая – это соль кобальта, бежевая – вот здесь вот у нас есть – это соль никеля, вот это вот. Ну, серая, она так и называется у нас, соль серая, потому что там смешиваются разные. Палитра не очень богатая вот этих солей. Но они все равно нежненькие такие получаются. Да, да? И это утильное изделие. Изделие, которое обожжено один раз, оно покрывается раствором этих солей. Здесь, например, вот тут используются две соли, бежевая и серая. Вот на этой собачке используются три соли. Соль кобальта, соль никеля и серая соль. Вот. Изделие ставится на второй, на политой обжиг 1350. И потом идет дописка, доработка уже над глазурной краской. Здесь, например, вот глазки, усики, ушки дописываются, где-то коготочки, где-то еще и шерстку добавляем. Вот. Ну, мы сделали вот эту анималистическую серию и решили расписывать ее не кобальтом, а солями. Хотя у нас есть вот спаниель, расписанная и кобальтом, потому что кобальт — это наш такой близкий, родной, любимый материал. А почему именно фарфор вы выбрали? Почему ему отдаете почтение? Есть ведь и другие. Есть много материалов хороших, да, есть. Ну, дело в том, что я приехал сюда, если родственник меня здесь научил фарфору, поэтому я и остался. И встретился с Нилой Юрьевной. И так, ну, мы остались. Наверное, это было не случайно, да? Да, и так мы. А сейчас, конечно, фарфор очень сложный материал, можно найти полегче, можно уже без него, уже знаешь все характеристики, все в структурах фарфора, его капризы, его это, поэтому что-то новое, другой материал, то надо тоже изучать это долго, это пройдет, мастерство приходит с годами, я тоже, вот только, может быть, через лет 20 понял всю фарфоровую это, материал понял только, я имею в виду. То есть вы чувствуете руками? Да, уже чувствуешь, где его надо дать более овально, чтобы при усадке он был более ровнее. Ну, вот это все с годами приходит. Первое время, конечно, браку много было, естественно, потому что не знаешь. А сейчас уже все видишь и довольно-таки много знаешь. Когда еще, наверное, в 92-93 году Николай Николаевич начал лепить часы, у него была задумка, кони разыгрались. Эти часы у нас есть там в мастерской. Вот. Ему на заводе одна литейщица, Татьяна тебе, да, подарила, она говорит, у меня есть старая скульптура, там такой конь красивый. И вот дарит Николаю Николаевичу эту скульптуру Таня Логачева. А это скульптура Бессарабовой, которая выпускалась в 50-е, 60-е года. Ну, то есть это была скульптура Натальи Бессарабовой, да-да-да, вот выпускалась конезаводчица. И тут как раз роспись солями и еще дописывалась над глазурной краской. Я считаю, что мы стараемся это удерживать, то мастерство повышать надо, даже мастерство. Просто сейчас потерял много уровней. Потерялось мастерство многих, торопится выпустить массово. И поэтому выходит на рынок массово таких работ нехороших. А это конечно, стыдно за такое. А вообще, всегда я считал, что надо стараться делать красиво и хорошо. Треугольничек видишь, который челочку вот сюда, да? Бантик, челочку вот туда ушел.
И вот эту бороденку тоже можешь сделать голубую. Что-то можешь оставить белым, потому что, смотри, ты так активно все расписала. Да, надо, чтобы все-таки изделие у нас немножко дышало, чтобы видно было фарфор белый. Где-нибудь на мордочке оставить. Смотри, вот тут можешь под глазками где-то оставить. Хорошо? Да. Олец, все, ты сделала красивое. Мазки подчеркнул, да. Конструкцию самолета. Теперь можешь еще маленькой кисточкой поработать. Какие-то мелкие детали добавить. Я начала ашмару делать. Или еще. Хорошо. А у вас есть ученики, которые вот готовы с вами сотрудничать и продолжать то, что... Ученики были, когда на заводе работали. Да, за мной закрепляли именно молодых модельщиков, которые я потом, я уже проработал лет там 10, по-моему, 15, так. И за мной закрепляли студентов и обучал своему мастерству. Ну да. Но это я тут добродушно, а требовать надо. То есть, если не получалось, то переделывают. Да? Да, старался убеждать, что так это там. И получались хорошие мастера, хорошие ребята вышли в мастера.